Всем привет, дорогие друзья! Снова настоящий праздник футбола в Дагестане. Здесь сегодня в рамках 11-го тура первенства МЛБЭТ первой лиги «Динамо» на свое поле принимает московскую родину. Родина сегодня в кислотных цветах, в зеленых. «Динамо» Махачкала в синих. С «Динамо» Махачкала все более-менее понятно. Здесь, кстати, опасная атака может быть. Удар, дальний поворот. Там из предела штрафной пробивал сейчас... Коля бьет поворотом, и Хасбулат Хамкоев прекрасно играет. Назад. Динамовцы продолжают идти в атаку. Скидка головой. Удар поворотом, опасно, и не забивает. Джамал Дибир Гаджиев. Руслан Куль. Куль решает пробить поворотом. И неожиданно для всех. Решение получилось. Рустам Халибеков. Вот Халибеков, да, с мячом. Удар поворотом. И именно Халибеков сейчас ошибается. Вот это да. Вперед на Юсупова. Зелипхан. Налево отдает. Удар поворотом. Тире-скидка. Нечто среднее сейчас исполнил для нас. Очень мало там играл. Практически не выходил на поле. А это удар поворотом. Опасный удар. Прекрасная реакция Баринова. Удар в исполнении... Зато Буйтуков, Товарапаев. Опасная ситуация. Удар поворотом. Может закончиться очень неприятно. Передача в центр. Удар поворотом. Прекрасно играет Хамкоев. Владислав Морозов мог забивать. И на этом все. Увы, 0-0. Сегодня без голов мы сегодня остались. К сожалению, ну, надеюсь, что вы не сильно на кладе, не сильно нас обиделись.